хороший телевизор – это всегда круто. Посмотреть любимый сериал или увлекательный кёрлинг, подключить игровую консоль или Blu-ray плеер, ну или просто посмотреть новости. А может даже музыкальный канал? А умный телевизор вдвойне круто. Тонны контента, игры, видео по запросу, в общем, неограниченные возможности. Всем привет, с вами Лана, и в этом видео от компании Allo мы познакомимся с умным Android TV от Sony. Это KDL50W755CBR2. Начнем с самого вкусного, со Smart TV. Обо всех интересностях смарт-платформы этого производителя мы уже рассказывали, причем неоднократно, в обзорах 85 и 90 серий, вот в этих видео. Стоит добавить, что приложений немерено, контента куча, конвергенция суперская. Пусть телевизор с зеленым роботом стоит дороже, но они этого определенно стоят. Продолжим. В мире смартфонов Sony прочно закрепили за собой одну из лидирующих позиций в плане дизайна. Так почему же и их телевизорам не быть привлекательными? Тончайшие рамки вокруг дисплея, тончайший корпус. Подставка весьма необычной формы, изящная, миниатюрная, но прочно удерживающая телевизор. Как с ней, так и без нее, вися на стене, телевизор будет выглядеть достойно в любом антураже. Показывать он будет роскошное изображение вне зависимости от типа контента. В любое время дня и ночи вы обречены на качество картинку. Пусть это Full HD разрешение, а не 4K, но четкости достаточно. Цветопередача сверхреалистичная, контрастность высочайшая, яркость феноменальная. Повторюсь, абсолютно любой тип контента заиграет по-новому. Дополнить впечатление от картинки поможет 20-ваттный звук, качественный, как и все, что связано со звуком у Sony. Естественно, телевизор не обделен и беспроводными интерфейсами, от Wi-Fi до NFC. Да и разъемов предостаточно, найдется подходящий для каждого девайса из вашего парка техники. Когда хочется чего-то по-настоящему качественного и функционального, компромиссы неуместны. Только лучшее от смарт-платформы до изображения, от звука до дизайна. В этом обзоре от компании Allo с вами была Лана и невероятный телевизор от Sony KDL50W755CBR2. Ну а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.